возвращался с отпуска, возвращался с первого своего отпуска, с первого отпуска в Хабаровском клиническом институте. В отпуске я побывал совершенно случайно на Японском море и также совершенно случайно сел в тот же совершенно случайный вагон, в который села Вика. Наша встреча была очень интересной, это было в поезде, это было уже ночью, когда мы познакомились с Димой. Он сел напротив моей полки и очень долго и долго смотрел на меня. Я долго-долго не понимала, почему мужчина так на меня смотрит. И с того самого момента, когда наши глаза встретились, я уже тогда поняла, что этот мужчина будет долго в моей жизни. Это то, что я с первой секунды знал, что мы поженимся, что у нас будет много детей. Да, но я думал, что будет неинтересно сразу как бы ей об этом сказать. Поэтому я по максимуму пытался из этого сделать интригу. Мы расходились, встречались, расходились. Но как бы план мой пришел в действие, по большому счету. Я очень рада, что мы нашли друг друга, что благодаря тому случаю в поезде получилось... Такая новая семейка Адамсов. Я думаю, что тот день, когда я тебя встретил, это был ключевой поворот моей дороги, толком еще не начавшийся. Думаю, что именно этот день переведет меня, в принципе, туда, куда я всю жизнь шел. Счастливой семейной жизни.